наконец-то дождливый сентябрь, ну вот наконец-то прохладная осень, тучи повисли косыми сетями, и кончился месяц под номером 8. А если бы жизнь не кривая легла на ладонь, словно путь, я смог бы, глаза закрывая, в грядущие заглянуть. Нет, лучше, пожалуй, не надо, и так не в ладах я с судьбой. Известны исходы парадов, а чем же закончится бой? Ну вот. Совсем близко надо, да? Мне сказали, что нужно совсем прям близко в микрофон. Качаются, качаются, а песни для любимых поются, не кончаются. Ребенка во злобе, поспешной нелегкой рукой, твой ангел забьется в тоске и ознобе, теряя твой светлый покой. Когда испытаешь измену на друге, отдавшему сердце тебе, твой ангел замрет, холодея в испуге, слабея в нелепой борьбе. Мой ангел печальный, хотя бы ночами усни от меня, отдохни. Прости, если больно, я сделал невольно, я каюсь за грешные дни. А среди страны униженной, на горе и слезах, всегда с прибытком выживет, с огнями в возлюбивший власти братву, разменяв благородство породы, унижают былую Москву, где за правду боровшимся люто и к